Всем привет! Я тут с утра уже пчелка Майя уже убрала. Ну, вам, наверное, не видно, но так всегда, в принципе. Но уже было так. Пора было уже убрать. Но сегодня еще сыночек старший приезжает к нам. Изъявил желание. Это прям такое событие для меня радостное, потому что уже взрослый же, у него там друзья, жизнь. И самое главное, что у моего сыночка старшенького появилась девушка. Очень смешанные у меня чувства, очень счастлива за сыночка. Я бы, в принципе, не рассказывала, наверное, это его личная жизнь, но я смотрю, что он в Инстаграме выставляет всякие сторисы там, пишет, что влюблен, думаю, значит, и мамке можно на своем канале об этом рассказать. А пока сейчас девушка уехала в Анино отдыхать, как раз хорошая возможность, я говорю, давай, сыночек, приезжай к нам в гости. Вот, так что я сегодня буду мамой-мамой, что-нибудь вкусненькое испеку, а вкусненькое у нас Ванечка любит больше всего пиццу. Так что я сделаю домашнюю пиццу. Собрались вместе за покупками. У Владика такой приступ начался. Не знаю. В общем, мы заехали. Оставила Рому и Владюню в центре по дороге. Сейчас сама схожу в магазин, а потом за Ваней уже. Потому что Владю в таком состоянии в магазин, ну никак просто. Не знаю, может быть, потому что у меня такая ситуация. Но мне кажется, там многие хотят в норму вывести, еще что-то. Мне вообще... Вообще это не волнует абсолютно. Мне вот если бы что-то найти такое, чтобы Владе не было плохо, чтобы у него не было таких приступов, и чтобы он пусть не разговаривает, вообще мне это не волнует. Вот. Лишь бы, чтобы ему было хорошо, не знаю, я была бы, наверное, абсолютно счастлива. Все остальное вообще меня не волнует. Не знаю. Сейчас буду там еще там кое-что нашла информацию, попробую еще одни там средства. Еще там попробую почистить организм. Может быть, это еще там какие-то токсины, не знаю. Потом вам расскажу. Вот, жду пока посылку с этими лекарствами. Потом расскажу все. Так, приехали мы домой. Владя, слава богу, успокоился. Покажу. Я не такая хозяйка-хозяйка, которая сама делает тесто для пиццы. Может быть, я когда-то сделаю. Не знаю, пока нет. Поэтому я покупаю всегда, причем не основу для пиццы, а вот именно слоеное тесто, мне почему-то нравится вот его использовать как основу для пиццы. Сейчас она разморозится. И Ванечка любит у меня колбаски, пиццу с колбасками. Поэтому я для него взяла вот колбаски, несколько видов, сделаю такую ассорти. А себе часть я сделаю вот с коречкой, с ветчинкой. Ну, сыр, естественно, будет. И я взяла еще томаты. Вот такие консервированные томаты, они уже без шкурки идут. В общем, люблю тоже в пиццу их добавлять. И немножечко основу смажу просто кетчупом. Себе взяла кетчуп как для основы для пиццы, а Ване чили, он любит острое. Вот. В общем, сейчас буду творить. Открывай, молодец, ты в хорошем настроении, да, сыночек? Ты мой сладкий пупсик. Так как у меня нет каталки, пришлось как-то выкручиваться, нашла вот бутылку. Бутылкой раскатывала тесто. Вот получилось дядя. Такое. Пей, сыночек, да, бери. Вон, или чаек бери сам. Вот, сейчас заправлю. Еще потом вторая партия будет. Так, все готово, сейчас будем кушать, да, сыночки? Да. Что? Владя хочет именно, чтобы Ваня... Привет, Ванечка, я тебя поснимаю, ладно, чуть-чуть? Хорошо. Привязал, чтобы Ваня пристал, а Ваня что-то не так привязывает, и Владик нервничает. Да, Владь? О, опять смотри, я говорю, давай я, он хочет, чтобы Ваня. Ну, давай так, чаще будешь просто привязывать, и сразу все наладится. У меня все получится. Да, Таня, у тебя все получится. Ты у меня самый лучший умный сын. Сейчас покажу, как Владя просит телефон. Дай! Ты хочешь телефон? Дай! Вот это? Ты вот это хочешь? Да!
На, на. Ты так хорошо просил. Дави! На. Милота, братики. Вадя позвал Ваню, чтобы они вместе лежали. Устроил себе тут пикничок. О, сумка нужна. Да. Да, вот так скажи делать. И вот так делаем. Жмакать. Сынок, у тебя глазиков не видно. Из-за прически. Мне даже ничего не видно. Хорошо тебе, что у тебя мать свободная. Разрешает тебе, да, всякие эксперименты с волосами делать? Да. Мало, надо еще укрыться, посюзюкаться, возюкаться. Вот такой мои солнышки, мои любимые сыночки. Да, мои сыночки любимые. Смущаешься, сына? Да. Привыкай к успеху. Вадюся, пошли Ванечку будем отвозить уже. Съемка. Да. Я снимаю того, кто снимает. Все блогеры, понимаешь? Владюся, пойдем Ванечку провожать. Пойдем. Бери Ваню, пошли. Бери Ваню за ручку, идем. Вот мои сладкие. Сыночки мои, да? Любимые мальчики мои. Пошли. Все, отвезла сыночка. Пойдет гулять сегодня. Такой прекрасный вчера был вечер. Прям мы так... Рома не было, Рома пошел в центр с друзьями смотреть бокс. Вчера был, кстати, очень такой значимый день. Я не любитель бокса, но мне Рома так ждал с таким его рвением. Просто это... И, кстати, победил наш украинский Александр Усик, боксер, стал чемпионом мира, так что гордимся. Вот, и они смотрели, там с друзьями смотрели бокс всю ночь. Сейчас там они в центре, в общем говоря, отсыпаются, потому что бокс ночью был. А мы с сыночками, вот я такая, как мама Квочка вчера была, мы так с Ванечкой так хорошо поговорили, так душевненько. В общем, мне было очень приятно, что он со мной делится за эту свою влюбленность, мне все так порассказывал. Ой, мне кажется, я буду хорошей свекровью. Ну, я понятно, что это шутки, еще об этом рано, конечно, это первая любовь, она всегда чаще всего, ну, не знаю, но чаще всего не на всю жизнь, они еще совсем молодые, но вот я вижу, у него до этого были какие-то девушки, там подружки, они гуляли, а это прям, знаете, он такой прям аж, у него взгляд поменялся, у него прям речь поменялась, отношение поменялось, вот. Он так стал чаще нам с бабушкой там говорить, что любит нас, там как-то больше потянулся даже вот к семье, это прям, ну видно, ребенок влюбился. Мне, кстати, было интересно, какие я буду чувства испытывать. И я вообще человек очень ревнивый. И мне казалось, что я буду ревновать. Нет, абсолютно. Мне было такое, мне очень приятно. Я так на него смотрю и получаю, знаете, это вот такое материнское удовольствие, что моему сыну хорошо. Он такой, смотри, тебе нравится там моя девушка? Ну, конечно, она не нравится, потому что она нравится ему. То есть мне совершенно, мне что понравилось, я в себе так отследила, что я не оценивала вот вообще... девушку как человека, как девушку, какие-то качества. Я прям вот я вообще не оценивала никак. Я оцениваю только по чувствам своего ребенка. Вот ему классно, значит, это хороший человек вот на данном этапе. Вот если этот человек доставляет моему ребенку столько удовольствия, вот эти все эмоции, ну, конечно, мне нравится эта девочка. Поэтому вот мне было удивление в том, что у меня абсолютно не было ни ревности, ничего, наоборот, такое вот спокойствие какой-то такой интересный, такие какие-то моменты. Я вообще классная свекровь, я считаю, что мне самое главное, чтобы со мной не жили, потому что жить я ни с кем не смогу. Я вообще должна быть единственная женщина в своей семье. Мне кажется, именно поэтому у меня дочки нет, потому что я, когда мы с Романом планировали ребеночка второго, мы хотели девочку. Ну как мы? Мне казалось, что я хотела девочку, но, наверное, подсознание мне все-таки вселенная не дает, потому что я... В принципе, в общем, в моем доме, в доме Елены Абаевой, будет только одна женщина, и эта женщина я. Вот такая эгоистища.
Я ни с кем. Люблю всех. Я с мамой со своей жить не смогла бы. Со свекровью жить не смогла бы. Ни с кем жить не смогла бы. С невесткой тем более. А зачем портить отношения? Вот пусть они там... Я 100% никогда не буду влазить. Не буду сдавать какие-то советы, если они не нужны и не попросят. Я могу только... Дети попросят помощи, я ее дам. Все остальное... Это их жизнь, это их опыт, они должны сами... Ну, я не говорю с этой девочкой, вообще в будущее, вот мое такое видение, что родители не должны вмешиваться в процесс. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, пока сам человек не пройдет, вот это вот шишки не понабьет, а может и не шишки, может сразу все будет хорошо. Но в любом случае, семья должна самостоятельно выстраивать свои отношения, взаимоотношения. И родители не должны туда лезть. Они должны только помогать и быть рядом, если они нужны. И быть счастливы за своих детей. Все. Вот такая я хорошая свекровь. Так что, девчонки, выстраивайтесь в очередь. Все, любимки, я такая счастливая. На этой ноте позитива буду с вами прощаться. Поделилась с вами такой своими переживаниями. Пишите мне комментарии, оставляйте лайки. Ну, все как обычно, подписывайтесь на канал. Сегодня буду прощаться. Как всегда, ваша Елена Абаева. Пока-пока.